Всем здорово, ребят. Ну что у нас сегодня? Как обычно, утренний обзорчик акций. Что есть у нас интересного? Сейчас глянем, побегаем, поиграем. Сегодня у нас что, суббота? О, надо, блин, зафармить будет. Запределье. И опять у нас на английском, говорю на английском, на немецком сервере есть вот такой вот прикольная трата на питомцев. Блин, возможно забрать сумки на Зефира, хоть и первые. Правда, с одной стороны, 9000 самоцветов влупить тоже неохота. Короче, надо подумать. Либо дождаться сундуки. Накопление такое себе. Так, идем посмотрим, что у нас по халявным акциям. Как видите, карта поменялась, были камешки, поменялся новый календарик. Так, на столочке я, кстати, забрал. Вот я забрал, что 10 сундучков, сейчас мы их заберем. Больше ничего такого нету. Ну, коллекционер здесь не очень. И магазинка тоже не особо радует. Так, плюс 5 осколков. И у нас есть еще вот такой вот вариант получить донатную карту. Правда, я не знаю, сколько здесь надо будет самоцветов закинуть, чтобы достать. Но вот это вот тоже классная тема. Эти сундуки по сравнению с другими серваками плюхи здесь интересны. Но опять же, это надо 1040 потратить. Так, отлично, забрали 10 сундуков. Это тоже очень круто. Сейчас мы их пооткрываем. Четвертые сундуки. Здесь книжечки и 60 слизней. Именно то, что мне надо. Это самая обалденная тема, почему я могу с помощью... О, хранитель, отлично. Отлично, отлично. Макрон у меня, по-моему, есть. Я могу с помощью этих слизней и скиллы докачать нужным героям. Вот, например, мастеру сейчас мы. И самое основное. Самое основное — это кгшки у меня с них. Так, 10-й, максималка. Ну, самые основные у меня на десятке, на максималках. Здесь, в принципе, я не особо спешу качать. А Ронина смысла нет. Кто там у нас еще по таким, по интересным героям? Кто нужен будет мне с нормальным скиллом? Давайте Бигфута. Хотя, с другой стороны, я Бигфута сейчас и не использую. Смысл его качать. Обушка на десятке, Седна. Давайте тоже сделаем десятку. Атлант. Блин, и Атланта надо, в принципе, качнуть. Давайте еще Атланта качнем, остальные оставим. Да, что там у нас останется? Но все равно на халяву, считайте, 60 золотых слизней, это вообще кайф. Без проблем. Остальное я просто продам на кгшке. Ну, на одного героя на эволюцию хватит. 300 самиков, 9000 у меня есть. Так, итого 69. В принципе, мы можем уже сделать даже вторую эволюцию для землеройки, но я пока делать не буду, потому что я хочу подумать над тратой. Все-таки 9000. Вот, землеройку можно доделать. Да, и розу можно, в принципе, доделать. Тоже хороший вариант. А землеройка, мне кажется, получше будет. Так, окей, с этим разобрались. У нас там найм еще есть. Поехали посмотрим, что делается на других серваках. Значит, LD-плеер не вытаскивает. Битва замков, 30 FPS. Потолок.
Так, надо будет потом разобраться, посмотреть по настройкам. Так, что у нас тут есть интересного? Mach, Skin, Python, что-то не очень, Gamepack, что-то вообще непонятное, 1200, большой пак, половинка, так, еще один очаг по аккумуляциям, ну такое, ну Mary в принципе как вариант, на нее Skin, Рейка, Necros, Божество, в принципе, плюс скин, тоже неплохо, карты, 160 пыльцы, камешки, и 7800, это у нас 30 осколков, ну, такое, чтобы прям мега-мега вау, я бы не сказал. А, коллекционер, вот коллекционер, ну, такой, два предыдущих коллекционера были явно круче, ну, за Асурика, в принципе, как вариант, донатная карта, ну, если вам повезет, ну, мешки зефира за 20 слизней, ну, такое себе. Перед этим мне больше нравился коллекционер. Поехали, дискаунты посмотрим. Так, психощит продают 10-й. За гемы, что тут у нас? Донатные карты, сменки. Ну, в общем, такое. Монетки есть, но смысла их тратить на это нету. А, так, островок. Сегодня, завтра еще. Так, Month's End, Event Coin, Prime карты, пятые, Comic Rocky, шестые, Альфа Самец за второй, вообще фигня, Skin, Comic Rocky, пятые. Комета, 75к самоцветов, тоже неплохо, 5 официальных, Вампирик. Один плюс один паки у нас есть, Sucking Treasure, донатные. А вот и сундучки есть, настолка есть, да, неплохо, неплохо. Может это сыграть. Так, плюс, тут 15, да, цены, конечно. Ну, я вот эти вот забираю вместо питомцев. Так, Dragon Orb'ы. Кстати, я вчера, по-моему, провтыкал. Собрать. Так, что у нас тут есть? Ну, я камешки заберу. Так, а завтра у нас будет уже начинаться поинтереснее плюшки. В принципе, относительно такие интересные акции. А, так, а ну я еще хотел в дискаунте посмотреть, камешки здесь есть или нет. Да, есть по 10 штук. Можно попробовать покрутить камешки, половить для прокачки. Минус 10 скидка. Серьезную скидку я вытащил. Да, камешки вообще не падают. Короче, карт дофига всего. Вот, наконец-таки упали. Давайте попробуем еще скидку вытащить. Ну, короче, без разницы. Что так бы вытаскивал, что так. По 15 сундуков. Давайте, в принципе, потратим, куда мне тратить эти монетки. Так. Как раз в ноль ушли. Так, с этим разобрались. В принципе, сундуки. Ну, хотя мне нечего уже рулить. Единственный вариант собирать через пыльцу. Пробовать нового, рулить ему.
А ну сейчас посмотрим, что там по плюшкам. Там трэжи майнинг. Одна карта, 10 монеток. Тут 200 пыльцы. Можно будет попробовать. Бесплаточка. Одна пыльца. Думаю, попробуем попозже. Попробую пособирать. Ну так, в принципе, вот тоже 6000, тоже неплохие плюхи. А на ком мы там в острове остановились? Я не помню уже. Посмотрим, у меня еще два места. Еще два героя нам осталось дособирать. До полной банды. А потом останется просто 15 скиллы добивать. Последние камни вот эти вот шестые нам нужны будут. Так, что тут все? А мне не все. Держимый остался. Мы его не докачали в прошлый раз. И Рима. Да, тут уже все. Тут тоже сотки. Так, не хватает этих. Сейчас я так бегом пробегусь. Ну, вроде все уже. Да, у нас осталось только на 15 скиллы докачивать их. Такс. Окей, с этим разобрались, поехали. Ну, можно будет, в принципе, сыграть. Попробовать забрать пыльцу. А, так, поехали дальше. Смотрим, что у нас дальше. Дальше. А, русский сервер. У нас на русском. Выходные — это самые такие лучшие дни и для доната, и для топовых каких-то получения плюх. Такс. Выращивай призы. Настолько есть. Старенькая настолка. Столько них нам героев X10, это небольшого сокровищница. Ну такое себе. Колесо удачи. Эмблема, мешок. Да. Ни о чем, короче. А где крыл? А че по рынку на русском сервере? Ну, относительно, в принципе, нормально. Набор одного самоцвета, нифига себе. Нифига себе. И накопление такое же. В общем, такие вот дела, ребят. Пишите комменты, ставьте лайки. Всем удачи, всем пока.